Отделение помощи участникам СВО и Центр патриотического воспитания молодежи «Фирсы» открылись в Химках на базе Дома культуры в микрорайоне Фирсановка. В торжественной церемонии открытия приняли участие волонтеры и почетные гости. Среди них муниципальный депутат Руслан Шаипов, Алексей Федоров, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Открытие таких центров – это необходимость в нынешнего периода времени, чтобы наши дети знали о нашей истории, о нашей культуре, о наших подвигах и воспитывались именно на любви к родине, на защите наших рубежей, нашего Отечества. И я уверен, что совместно мы наполним содержанием этот патриотический центр и вместе с детьми, вместе с жителями микрорайона будем, конечно же, заниматься его развитием. На мероприятии депутат Московской областной думы Михаил Раев вручил военно-патриотическому клубу «Сова» специальные тактические ружья для тренировок. В торжественной обстановке выдали волонтерские книжки. Хотел бы сказать ребятам большое спасибо за их патриотическое отношение к сегодняшней ситуации. Вот, то, что они очень много времени уделяют именно помощи нашим воинам, находящимся в зоне СВО. Теперь в Доме культуры будут сортировать и хранить гуманитарную помощь, шить подушки для госпиталей и костюмы для военнослужащих. В рамках открытия центра желающие смогли принять участие в мастер-классах. Учились делать окопные свечи, сухой душ, вязать носки. Теперь у нас появилась замечательная универсальная площадка в Доме культуры Фирсановка, в котором могут приходить и пенсионеры, у которых есть время заниматься волонтерской деятельностью, и взрослые, и, конечно, дети. С начала СВО жители Химок собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи. При поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Андрей Липанов, Елена Тараненко, новости Химки ТВ.